Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры, мне очень приятно. Сегодня хочу вам показать расческу 254. Эта расческа у нас для окантовки, как вы поняли. Если для тех, кто не знает, это расческа USPARC Professional 254 для сведения на нет, для окантовки. Коллеги, сразу вам из своего опыта поделюсь такой информацией, что данную расческу лучше использовать, конечно, тем мастерам, кто делает сведения на нет ножницами. Потому что для тех, кто делает машинкой, мне кажется, будет неудобно делать сведения на нет машинкой. Хотя, можете пробовать, можете убирать, но для этого, мне кажется, нужно будет брать машинку окантовочную и с маленьким таким ножом и делать аккуратное сведение на нет машинкой, да, именно машинкой, которая предназначена для окантовки. Вот, большими машинками, мне почему-то кажется, вам, наверное, будет неудобно делать сведение на нет такой расческой. Хотя, можете пробовать, экспериментировать, вам никто не запрещает. Значит, эта расческа, посмотрите, как очень круто гнется. Представляете, вот, смотрите, то есть достаточно очень удобно вам, думаю, будет делать сведение на нет, благодаря тому, что расческа будет просто проходить по форме головы, когда вы будете делать сведение на нет. Это очень важно. Расческа также из специального пластика, который выдерживает температуру 220 градусов. Также расческа имеет несколько цветовых оттенков. Это вот розовый, красный, белый, серый. Если вы нашли какой-то другой цвет, значит, знаете, она не настоящая. Значит, какая-то подделка. И, кстати, есть еще цвет янтарь. Забыл. То есть такая, знаете, золотистого цвета такая. Вот, других оттенков нет. Вот такая вот замечательная расческа. Думаю, большого представления она не нуждает. Единственное, что я вам покажу еще, вот, чтобы вы понимали сравнение, какая она тоненькая. То есть вот я взял 339-ю расческу. И вот смотрите, насколько она вот тонкая, чтобы вы понимали. Вот, видите, то есть достаточно тонкий обушок у нее. Сейчас, во. Вот такой замечательный у нее тоненький обушок, и вам будет очень удобно и сводить на нет благодаря тонкому обушку. Вот. Я, например, комбинирую две эти расчески, когда делаю сведение на нет. Я беру 339-ю сведение на нет делаю, и 254-й делаю сведение на нет. Очень удобно комбинировать расчески в паре. То есть не обязательно одной 339 сводить. То есть можете еще вот взять расческу 254. Очень классная расческа. Всем советую, всем рекомендую. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.